Отличается ли покраска пола в бане от аналогичной процедуры в жилом доме? Разумеется, тут есть свои нюансы. Некоторые помещения аналогичны жилым, другие нет. Поэтому надо разбираться одновременно и с тем, чем покрасить пол в бане и где именно он находится. Что, собственно, мы и собираемся сделать ниже. Кстати, а у вас пол в бане крашеный? Или вы за естество без всякой химии? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. А это аудиоверсия статьи «Чем покрасить пол в бане» с сайта парилочка.com. Ссылка на саму статью есть в описании под этим роликом. Да, кстати, пока не забыли, подписывайтесь сразу на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить полезные материалы по строительству, ремонту, обслуживанию и эксплуатации бани. Ну а мы с вами давайте разберемся, чем покрасить пол в бане. Разновидности полов. Бани сами по себе бывают разные. Летние времянки с проливным полом, относительно всесезонные строения из дерева, кирпича, пеноблоков или каркасные. Но в целом можно сказать, что полы могут быть либо деревянные, либо бетонные. В парилке при условии настила решеток. Бетонные полы часто превращаются в плиточные, в парной и моечный, а они не нуждаются в покраске, поэтому в этой статье мы их рассматривать не будем. Поговорим только про деревянные и про бетонные. Деревянные полы в бане. Чем их покрасить? Дерево, особенно в такой влажной среде, как в бане, нуждается в защите. Всего существует несколько видов защиты. Это пропитки, лаки, краски. Каждый из них давайте мы рассмотрим по отдельности. Пропитки. Пропитки – это составы, которые проникают внутрь древесины на некоторую глубину, выполняя ту или иную функцию. Одни пропитки защищают древесину от плесени и насекомых, другие делают ее негорючей или трудновоспламеняемой, третьи делают ее непромокаемой. Кстати, интересный факт, нынче многие пропитки делаются по принципу 2 в 1. Это и защита от влаги, и антисептик. А вот антиперен, защита от огня, надо покупать отдельно. Но про пропитки у нас есть отдельный материал на сайте парилочка.com. Также мы делали и ролик с озвучкой. Перейдите по ссылке в описании, если вы хотите более подробно изучить вопрос пропиток. Лаки. Что касается лаков, то понятно, что не во всех помещениях, а только в условно «жилых» в кавычках вы можете использовать их. Хотя некоторые владельцы красят лаками и пол в парной, и моечный. Профессионалы говорят так. Алкидные лаки очень долго и очень неприятно пахнут, хотя стоят недорого. Водные лаки пахнут куда меньше и по силе, и по времени. Их применять куда приятнее. Но тут же возникает спор за импортную или местную продукцию. Есть мнение, что лаки на водной основе хороши только из Западной Европы, а в СНГ и Восточной они качества плохого или среднего. Цена западноевропейского лака больно кусается, если банька в целом бюджетная. А так как мало кто живет в баньке в период ее строительства и отделки, то отравляться алкидными парами будет некому. Правда, запах полностью уйдет только через несколько месяцев. Ну, зато цена низкая. Покрасить деревянный пол в бане можно и водником, лаком на водной основе. Запомните, что добавка полиуретана придает больше твердости и износостойкости вашему покрытию. Акрилаты менее стойкие к износу. Но опять же, кто в бане много и постоянно ходит? Так что эти лаки тоже годятся. Краски. Они тоже довольно разные по цене и составу, хотя основное различие в связующих для пигментов и растворителях. В качестве последнего растворителя могут использоваться вода, либо органические растворители. Последние пахнут весьма сильно и долго. К числу красок на органических растворителях относятся эмали, алкидные краски, масляные краски. Водой же растворяются только акрилаты, которые после высыхания полимеризуются и перестают растворяться водой. Акрилаты дороже красок на органических растворителях, но безопаснее, чем они, не имеют запаха, способного вызвать отравление, и сохнут быстро.
Но красить надо в два слоя. Для сухих помещений годится любой тип, какой вам по душе и по карману. Теперь поговорим про покраску бетонных полов в бане. Бетонный пол. Собственно, альтернативой укладке плитки может стать решение покрасить бетонный пол в бане. Что дает краска? Бетон безо всякого покрытия при постоянном действии воды будет постепенно разрушаться. Конечно, это не быстрый процесс, если цемент был качественный, но лучше как можно дольше не иметь поводов для ремонта. В общем, краски для бетона довольно специфические. В продаже вы встретите следующие разновидности. Эпоксидная, акриловая, полиуретановая. И вот тут совет. Так как речь идет о полах, подвергающихся воздействию воды, обращайте внимание не на те разновидности красок для бетона, которые предназначены для промышленных помещений и отличаются повышенной износостойкостью на истирание, а на те, что, к примеру, созданы для покрытия бетонных бассейнов. Вот отличный вариант для моечной и парилки. Возможно, вас заинтересует более подробный материал, посвященный разбору всех видов красок, которые можно применить в бане. Если интересует, переходите по ссылке в описании на статью «Краски для бани». Чем можно покрасить пол в бане в зависимости от помещений? На этот вопрос мы частично уже начали отвечать раньше, но сейчас пришло время четче разграничить, о каком именно помещении идет речь. В предбаннике и комнате отдыха. Не видим повода различать два этих помещения. Дело в том, что у большинства владельцев загородных бань размеры предбанника, если он вообще есть, достаточно скромные. И приобретать отдельно материалы, чтобы было чем покрасить пол в предбаннике бани, как-то избыточно, что ли. Если только там не какое-то другое покрытие, нежели в комнате отдыха. Деревянный пол в предбаннике. Сильно сомневаемся в том, что кому-то захочется оставлять бетонный пол в комнате отдыха и предбаннике. А вариантов не так много. Единственная альтернатива – деревянный. Вот о нем и поговорим. Приведем полный список кандидатов, чем покрасить деревянный пол в предбаннике бани. Лак, краска акриловая, краска алкидная, краска масляная, эмаль. Важно! Обращайте внимание на надписи этикеток. Фасадные краски нельзя применять внутри помещений. Некоторые из них весьма токсичны, и окрашивание возможно только на открытом воздухе. Нужна ли покраска пола в парилке и моечной? Данный момент мы не считаем особо спорным. Все зависит от качества покрытия. Нет смысла особо беречь проливной пол в летней времянке. Но чем больше вы вложили денег в обустройство, тем весомее становится желание беречь достигнутое. Выше мы не стали писать, но сейчас уместно упомянуть о том, что финны, Тиккурилак в частности, предлагают особый вид масла, предназначенный именно для пропитки пола в парной и моечной. Первая реакция – но он же будет скользить. Финны думают иначе и активно продвигают свой продукт для саун. Предполагается, что эта пропитка будет сделана на свежеструганных досках или свежеочищенных. Тогда она хорошо впитается, и дерево перестанет впитывать влагу и грязь. Сам же слой будет незаметным и скольжение не вызовет. Но все же давайте вернемся к двум разновидностям полов, которые делаются в парной и моечной – сухим и проливным. Краска для сухого пола. Верхний слой часто делается из хорошо пригнанных друг к другу шпунтованных досок. Это практически монолитное покрытие, которое практически не впитывает воду и совсем не пропускает ее вниз. Дальнейшее зависит от древесины. Есть породы, которые не гниют от влаги, например, лиственница или дуб. Хорошо сопротивляются хвойные из-за наличия в них смол, служащих естественным антисептиком. Помимо защиты от гниения, есть и второй аргумент. Дерево темнеет, выглядит неопрятно. Те, кому это не нравится, ищут способы сохранить красоту. Как вариант, практикуется покрытие лаком. Например, Уника Супер, все той же Тиккурилы, или аналогичного состава других производителей. Кстати, некачественный монтаж пола или некачественная покраска могут привести к проблеме.
Мы приводим у нас на парилочке небольшой ролик, что бывает с непроливным полом. Ну и тут тоже дадим ссылочку в описании на этот ролик, чтобы вы имели представление о том, к чему приводят неровности непроливного пола. В общем, либо специализированные средства для полов Саун, либо лак на свой страх и риск. Краска для проливных полов. Проливной пол – это доски с зазорами, через которые вода стекает либо в подпол, либо собирается и отводится в канализацию. Обычно тут нужна хорошая вентиляция, что хорошо сочетается с летней баней. Хотя ставятся же заглушки на вентиляционные отверстия в фундаменте, так что процесс регулируемый. Это к тому, что вентиляция сушит пол и не дает ему гнить. Ее должно хватать. Кстати, про вентиляцию мы рекомендуем ознакомиться с отдельным разделом. Целым разделом у нас на парилочке про вентиляцию. Ссылочку тоже дадим в описании. В общем, вентиляции должно хватать, но можно все-таки пол дополнительно защитить. Ну, тут владельцу решать. Стоят ли его проливные полы того, чтобы покупать для них не так уж, чтобы дешевое масло для саун или лак? У кого-то и без этого 15 лет до ремонта проходит. Кстати, если уж покрывать каким-нибудь составом проливные полы, то так, чтобы и сами зазоры, и снизу все было промазано. А то какой смысл покрывать только сверху, если пол проливной? У нас, кстати, до парилочки есть и другие материалы, где рассказывается много о покраске бани. Поэтому рекомендуем перейти по ссылкам в описании. У нас есть статья про краски для бани внутри, краски для бани снаружи, краски для стен. И отдельно даже про краски для печей. Поэтому, если вам интересно, то переходите по ссылкам в описании, чтобы более подробно изучить эту тему. Особенности покраски для разных покрытий. Напоследок расскажем не о том, чем можно покрасить полы в бане, а о том, как это делать правильно, потому что разные составы требуют разных кистей. Если вы решили воспользоваться маслом, не масляной краской, а именно маслом для пола, то кисть, которой будете его наносить, должна быть из натуральной щетины. Благодаря своей структуре такая кисточка не оставит разводов на поверхности дерева. Кстати, отмыть ее от масла можно только растворителем. Лазурь для дерева наносится кистью со смешанной щетиной, смывается водой. Цветной воск для своего нанесения требует кисточку из искусственных волокон. Он жидкий, поэтому можно пользоваться валиком или же краскопультом. В целом же бытует такое разделение. Краски и лаки на водной основе наносятся искусственными кистями, а прочие лаки и масла наносятся натуральной щетиной. Что ж, о полах мы рассказали все, что знали об их покраске. А тем, кто собирается или уже занялся отделкой бани, советуем заглянуть в наш раздел, посвященный теме покраски. Со всех сторон мы рассматриваем ее в отдельном разделе. В заключение, не будем просить вас ставить лайки и подписываться, если вы сочтете нужным, вы и сами это сделаете. Пригласим вас посмотреть предложение в заключении этого ролика и ссылки в описании на другие полезные материалы. Может быть, вас что-то заинтересует. Если вы захотите найти наш сайт в интернете, просто вводите в любом поисковике parilochka.com и свой запрос, и поисковики вам обязательно помогут. На этом прощаемся. Всем желаем успехов и легкого пара.